фотографию каждой, да. Так, вот это нужно, ты сам скажешь. Итак, вот это вот я не продаю. Сюжет. Итак, продолжается. А я идти не продаю. Идти я не продаю. Это просто показывает. Это как Шкондин, да, как Шкондин показывает. Это итак, идет заказать. Съемка, камера очередной раз передается Владимиру Шляпникову. Хорошо, сейчас мы опять продолжаем съемку от Игоря Гусева. Вот такое у нас еще кольцо тут есть с бриллиантиками. Любовь, love. Так, зум. Не-не, зум убери как раз наоборот, приближай камеру. Просто наезд камеры, приближай камеру. Можешь присесть, присядь, тебе будет удобнее. Так, а вот это вот первая работа Игоря, который он не продает. Это кольцо, это... Скажите, сколько лет вам было, когда вы изготовили эту вещь? 15 лет, это вот первое, 15, что я, да? Более-менее... Первая удачная работа, да? Да, бабушке подарок сделал. Да. И вот от бабушки осталось. Да, и вы можете повторить точно так же. Наверное, даже лучше, наверное. Да, даже. Да. Наверное. Это же все руками делается. Бери и делай. Ведь ты знаешь как. Не, убери. Зум убери, а я прям режу. Вот так вот. Что за камень? Я не помню, честно. Это ж очень давно было. Какой-то, наверное, искусственный рубин. Да, а вот об этом кольце мы уже говорили. Да? Покажи, пожалуйста, кольцо, которое на любой палец. Мы говорили без камеры. А, вот это в этом кольце мы не говорим. Так, это кольцо состоит из 7 частей. 6. Давай. Тоже кольцо со смыслом. И что символизирует? 6 дней творения. 6 дней творения. В собранном виде, это мы живем 7-й день. 7 дней творения. Такая вещь. Ну, одним сюжетом можно попросить кольцо, которое поворотное кольцо. Вот это, что ли? Угу. Да, вот поворотное кольцо. Тоже непростое кольцо. Мы видим надпись на латыни. Так, и что она нам гласит? Все проходит, и это тоже пройдет. Угу. Вот это, да? Это угу. Все проходит, а с другой стороны, и это тоже пройдет. Еще одно кольцо со смыслом от Игоря Гусева. Ну и небольшое интервью. И эти вещи могут быть ваши, если вы свяжетесь с Игорем. Нет, через интернет. Это, ладно, люди скажут, опять вы пытаетесь в коммерцию. Да, коммерция. Дело не в коммерции. Дело не в коммерции, тут дело в том, сейчас показываются уникальные... Технические решения. Уникальные технологии. Вот это колечко состоит из 21 детали. То есть оно собрано из разных многих частей. То есть это не так все просто. И в этом суть. Не то, что его там кто-то там продает или там кто-то покупает, а суть в том, что... Какая компания может сказать, что у нас есть подобное изделие? Он единственный на планете, кто это сделал. У кого-то такое. Я не видел такого, сам придумал. То есть это у нас это элементарно, как бы. Сколько стоит такое кольцо? Ну, там материалы здесь, может быть, материалы здесь, ну вот в железе, ну, на 30 тысяч рублей, наверное. Ну, типа того. Ну вот вам 30 тысяч рублей сделайте. Да. Да? Ну давайте, вперед. А сколько она тогда стоит? 100 тысяч долларов? Ну, не знаю, оно для бабушки делалось. И вообще в единственном экземпляре. Ну, да. Что, миллион? Тоже не знаю, как бы. Да, и, кстати говоря, на любой палец еще подходит. То есть, безразмерное, да. И вот для этого нужны вот эти вот скобы сбоку. На любой. На тонкий, на толстый, на любой палец. Вот такие вот замечательные вещи. Есть такое. Стоп, снято.